Да. Привет. Позитивная девочка. Как дела? Тебя не слышно. И ну, тебя да, вообще не слышно. Просто даже... по губам считать умеем немножко. Ну, а то, что шляпа, я так? Хочу поматериться на них, на людей. Матерись. Не на тебя, не на тебя, не на тебя. Просто вообще в целом. Я сейчас запикаю. Запикаешь? Да. Блядь. Все запикивать? Ну, классно. На самом деле Лера сказала: привет, как дела? Все хорошо. Все будет классно. Удачи, добра, всего хорошего. Это специальная шутка, типа такая. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите. А вам нравится поэзия? Да. Мы любим поэзию. Тогда давайте я вам прочитаю Сергея Есенина «Письмо к женщине». Давайте. Кстати, прекрасное произведение. Правда, я знаю, нравится мне. Вы помните? Вы все, конечно, помните. Так я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате. И что-то резкое в лицо бросали мне. С того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас срок событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином. И чувствую, и мысли по-иному. Я избежал падения с круч. Я избежал падения с круч. Знакомый ваш Сергей Есенин. Ну, ты, наверное, спасибо. Театрально поступаешь. Было приятно иметь такое. Что? На театрально, наверное, поступаешь. Да. Да. Ну, ладно, мне с вами больше не о чем говорить. Yes. Ready for the best drop. Listen. Bye. Very good. The best ever. А можно, пожалуйста, крем для лица? Это повар, короче, старший. Повар спрашивает повара: а какова ваша профессия? Я искала тебя ночами долгими, искала тебя дворами темными. О, у меня голос сел, видишь, гнусавый голос немножко, я заболела. Я это заснял. Идиот. А что ты ржешь? Ну-ка мне расскажи, мы тоже смеялись. Прикольно. Я еще вопрос задавала, все понравилось. Мы же не матюкаемся. Долго сдерживал себя. Привет, Ютуб!
up the sweet cold breeze. You don't feel like...